Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. Меня зовут Юлиана. Сегодня волшебный день, когда открывается связь с высшими силами. В сегодняшнем видео вы все узнаете. Сегодня удивительный день, когда вы можете получить подарок от Вселенной. В эту пору усиливается восприимчивость к окружающему миру, позволяя почувствовать с ним единение. Кроме того, вы ощутите потоки энергии, дарящие спокойствие и уверенность в себе. Они подарят вам возможность достичь благоденствия, стать мудрее и добиться своих целей. Откройте свое сердце. День наполнен волшебством и силой, способен открыть тайны мироздания, помочь найти ответы на давно мучившие вопросы. Одновременно с этим он дарит спокойствие, очищение тяжелых дум и душевный покой. Мудрость, которую он несет, ощущается во всем, что вас окружает. Постарайтесь найти время, чтобы побыть на природе. Энергия покоя наполнит ваше тело и поможет достичь внутренней гармонии, обрести равновесие и изменить свое отношение у окружающих, ощутить, насколько они ценны и любимы вами. Сегодня вы получаете возможность стать мягче, обнаружить в себе силу и величие. Чтобы обрести поддержку Вселенной, необходимо прислушиваться к себе, обращать внимание на посылаемые свыше знаки и, самое главное, перестать критиковать окружающих, выискивая в них различные недостатки. Не пытайтесь переделать тех, кто рядом, а просто откройте им свое сердце. Впустите свою душу свет, которым Луна щедро делится сегодня. Это позволит обрести внутреннюю чистоту. Сегодня вы получаете возможность открыть для себя знания, которые помогут в трудной ситуации. А для этого обратитесь к высшим силам с помощью молитвы или озвучьте просьбу своими словами. Ваше вероисповедание не имеет значения. Если эти действия направлены во благо, вам будут посланы необходимые ответы и подсказки. Побудьте наедине с собой. Найдите время, чтобы заняться саморазвитием. Останьтесь в одиночестве, проведите сеанс медитации, помолитесь, изучите духовную литературу. Это необходимо каждому человеку, чтобы обрести внутреннее спокойствие и очиститься от накопленного негатива. Начните день с улыбки и настройте себя на позитив. Подумайте о приятных событиях, происходивших в вашей жизни. Если вы искренне и от всей души благодарите за них, удача станет вашим постоянным спутником. Сохраните чувства, которые испытываете в этот момент, на протяжении всего дня. Не отказывайте сегодня в помощи. Сегодня особенно важно совершать добрые поступки. Это день, когда проявление милосердия и сострадания обязательно будет вознаграждено по достоинству, если в ваших действиях не было корысти. Важно помогать не только тем, кто вам дорог или симпатичен. Сделайте что-нибудь хорошее для случайного прохожего, коллеги по работе. Поддержите добрым словом, подарите улыбку, и вы заметите, насколько ярче и прекраснее стал окружающий мир. Проявляйте чуткость даже к незнакомым людям, особенно если они обратились к вам за помощью. Ни в коем случае не отказывайте, если в ваших силах сделать что-то на пользу другим. Не имеет значения, чего от вас хотят – помочь донести тяжелую сумку, придержать двери лифта или уступить место в автобусе. Пойдите навстречу, а выполнив просьбу, обязательно проговорите про себя. Сделано искренне и для души, всем на радость, мне на счастье. Пусть будет так. Один раз говорим, и этого достаточно. Чтобы ваши действия пошли на пользу и обернулись благоденствием, не допускайте появления зависти, избегайте обмана даже во благо, а также пустых разговоров. Запрещено обсуждать других людей, слушать и пересказывать сплетни, участвовать в сомнительных мероприятиях и аферах. Все это перекроет канал связи с высшими силами, и ваши просьбы не будут услышаны. Также сегодня нужно избегать ссор, остерегаться конфликтных ситуаций. Они способны разрушать вашу энергетику, обрекая на неудачи. Кроме того, этот светлый, позитивный день идеально подходит для примирения. Если ранее вы стали участником ссоры и сейчас хотите восстановить добрые отношения, настала пора забыть об обидах и сделать первый шаг навстречу. Если вы будете искренни, ваш оппонент обязательно пойдет на контакт. Избегайте сегодня спешки. Сегодня все ваши поступки должны быть основательно продуманными. Попытки решить вопрос горяча под наплывом эмоций могут привести к убыткам и ухудшению взаимоотношений с окружающими. Также это хорошее время для обучения, поскольку любые полученные знания непременно пригодятся в ближайшем будущем. День подходит для финансовых операций, однако это касается только запланированных действий. Покупки, продуманные заранее, будут успешными, а вещи прослужат долго.
От внезапных приобретений лучше отказаться, поскольку они не принесут пользы и быстро выйдут из строя. Проведите сегодня солнечный ритуал. День способен подарить вам счастье и благополучие, а для этого от вас не потребуется существенных усилий. Все, что нужно, в течение дня подойти к окну. Раздвиньте шторы, чтобы увидеть и ощутить солнечные лучи. Посмотрите на мир с улыбкой, затем произнесите: «Солнце улыбаюсь, его светом наслаждаюсь, любовь свою миру посылаю, удачу взамен получаю». Как рассвет каждое утро приходит, так и она со мной постоянно ходит. Вот говорим один раз, и этого достаточно. Обращайте внимание сегодня на приметы. В народном календаре, хранящем мудрость предков, имеются приметы на каждый день. В них можно верить, не верить, но практика показывает, что их соблюдение позволяет привлечь процветание и избежать неприятностей. Согласно поверьям, сегодня запрещено ругаться и спорить. Если вас что-то не устраивает в поступках окружающих, постарайтесь как можно спокойнее донести до собеседника свою мысль. Не высказывайте претензии родителям или детям, поскольку это может стать причиной потери благоденствия. Сегодня нежелательно подолго проветривать квартиру, чтобы избежать попадания в нее негативной энергетики. Если вы открываете окно, делайте это на короткий промежуток времени. Считается, что воздух, попавший в жилище в этот день, несет с собой дисгармонию, поэтому пускать его в квартиру нежелательно. Защитите сегодня свой дом от недоброжелателей. В этот день очень важно защитить ваше жилище от недоброжелателей. Старайтесь не впускать к себе посторонних людей, которых подозреваете в недобрых намерениях. Также, чтобы даже в случае попадания к вам в квартиру, они не смогли причинить вред вам и другим домочадцам. Насыпьте сегодня на порог немного соли со словами: «От зла дом ограждаю, свое при себе оставляю. Кто ко мне в дом войдет, отсюда со своим уйдет, к себе домой унесет». Говорим один раз. Не сыпьте много, достаточно несколько кристаллов. Вечером перед сном непременно скажите: «Мне легко и спокойно, меня наполняет чувство гармонии». Говорим один раз. Это позволит вам сохранить и приумножить светлую энергетику, полученную сегодня. Пусть в вашем доме навсегда поселится счастье, мир и любовь.